Желаю вам возродить цивилизацию, Рейнджер Уокер. Что? Так тоже крутая тачка приехала. Включен режим ожидания. А если я в это сяду? Доставьте машину в торговый город, чтобы получить к ней доступ через меню транспорта. Да-да! Сам Жова Двойка предлагает тебе сразиться. Торговый город? Так, ладно. Пока я не понял, что это делать там в торговый город. Мы поедем в другое местечко. Вот сюда доедем. Силовые щиты так просто не пробьешь. Нужно что-то особенное. Какая-то здоровенная башня. Объект правительства. Нутром чую. Походу, сторожевая башня. Еще с войны осталось. Такие стреляют во всех, кто подходит слишком близко, так что действуй осторожно. Ой, Уокер! Я перегреваюсь! Возвращайся скорее, Уокер. Так, мне надо уничтожить сторожевую башню. Я на медобслуживание.
Прошу подождать. Алло. Я снова в деле. Эх ты, нифига себе, как он. Еще чуть-чуть осталось. Отлично. Редкий сердечник из ковчег. Доставьте его кибердоктору источника, чтобы установить себе превращение. Так, типа там контейнер валяется какой-то, или здесь контейнер? Так, кажется, что что-то здесь вот есть. Просто вывеска. А вот он контейнер стоит. Нет, это не контейнер. Интересно, где я должен этот контейнер найти? Горим. Уокер, мы все еще должны найти доктора Квасира. Помню, сейчас контейнер найдем пока. Может, здесь где-то спрятан. Пойдем на тачку. О, транспорт едет. Системы активируются. Ага, вон там какой-то контейнер. Включен режим ожидания. Что такое было? Что за... Открывается. Системы активированы.
активируется. Короче, я не нашел этот контейнер у сторожевой башни. Так. Еще одно бандитское логово. Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Привыкай, это тебе не Винланд. Тебе стрёмно, туда не лезь без подготовки. Эх, нихера их там народишь. Три контейнера, да, нам надо, ладно? Не, не далеко. Первый контейнер сразу же нашел. Отлично. Не так уж было и сложно. Форпост зачищен, ни один гад не уполз. Молодчина, рейнджер. Мама Проули может тобой гордиться. Запчасти для тачки. Что, едем дальше на следующую? Здесь я еще не был. Так, снаряжение. Граната за здоровье, заряд форсаж. Но пока ничего не доступно.
Так, ну на три ты. Гравитон я по максимуму, да, дефибрилляция. Так, давай бросок. Отлично, оружие. Штурмовую винтовку. А, все, здесь уже ничего. Стой. Нет, я не смогу. Проекты. И транспорт. Все, пока ничего, ладно, понял. Системы активируются. Ну, приехали. Так, уже. И вот мы на месте. Идем туда, что ли, надо? Метеорит с филтритом. Добыть филтрит из метеорита. Так, где этот метеорит? Надо доехать до той точки. О, торговый стол. Системы активируются. Возвращайся скорее, Уокер. Я говорливый Гарсия. Продать. Торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаишь, кто ты. Уокер, а мы и дальше так будем говорить? Безусловно, витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь изучить твои лоты. А, пожалуйста. Уверен, что за что-нибудь глаз да зацепится. Так, ладно, купить теперь.
Так, что у меня интересного есть? Целитель на нанотритов. Надо 100 штук. Так. Так, метеорит где-то там лежит, я так понял. О, еще тут есть. Он мне для улучшения нужен, этот филодей. Отлично. До моей тачки надо доехать. Так. Так, оружие.
Так. Вот здесь вот улучшим тогда. Здесь я улучшил. Рывок. Все, я его на максимум улучшу. Я не знаю пока, где этот торговый город, я его сейчас скорее всего не открыл. Вон моя тачка стоит. Системы активируются. Так, куда дальше едем? А дальше мы здесь все прошел. Дальше сюда едем. Угу. Режим ожидания. Эй, выглядишь грозно. Не интересуешься грязной работой? Ну, кровь, стрельба, дохлые мутанты. Работу не ищу. Мне нужен Джон Маршалл. А он как раз хочет нанять кого-нибудь, кто умеет держать пушку. В стволе полно мутов, и мы ни хрена не можем сделать, пока с ними не разберемся. Таверни холостой выстрел, как и всегда. Ты его сразу узнаешь. Старый грубиян, весь в шрамах, с робоконечностями. Получеловек, полуконструктор. Ну, такое. Пойду поищу. А, чтобы этот полуробот тебе не говорил, не пробуй чимичанги со слизняхой. Не то все кишки потом выблюешь. Вот, торговый город наконец-то открылся. Бармен. Нет, Гула, левое у тебя сведение. Ну не жмись, ну дай глоточек, Амаш. Нет уж, я не стану менять пойло на такой откровенный бред. Я говорю тебе правду, Марш. Винланду крышка. Да-да, его взорвали злобные мегатехномутанты. Не прокатит, Гула. Травишь байки, чтобы нажраться на халяву. Винланд разрушен. Видишь? Вот, я не вру. Только сразу все не пей. Рейнджер, да? Ах, и давненько я тут никого из ваших не видал. Джон Маршалл, легендарный боец сопротивления, герой войны. Мы все выросли на рассказах о нем. Честно говоря, я думал, он будет как-то покруче. Поразительно. Винланд был так хорошо защищен. Мы тоже так думали. А потом...
потом пришли они. К нам пришло правительство. Они вернулись. Тьфу. А ты хочешь воскресить проект «Кинжал». Но беда в том, что мы тут тоже вроде как в осаде. Мутанты забили нашу электротурбину в канализации. Если бы кто-то решил эту проблему. Если это ради проекта «Кинжал», говори, кого и где надо убить. Быстро соображаешь. Я отправил туда столько головорезов. Только они все погибли. Ничего, справлюсь. Ну, идти в канализацию. Прежде чем лезть в канализацию, пойди закупись всем необходимым. Восстановишь электричество, а я помогу восстановить проект «Кинжал». Поболтаем, прежде чем ты туда пойдешь. Да я готов, в принципе. Этот взгляд мне знаком. Ты тоже из выживших, да? Где ты на парковке, понял? Так, торговец, вот он. Ого! Это же мой счастливый клиент! Подходи, не стесняйся! Продать! Что-то я твоего личика не припомню. Меня зовут Бойко. Небось, друзья меня посоветуют. Я торгую тем, что тут нужнее всего, и не задираю нос перед народом Винланда. Откуда ты знаешь, что я из Винланда? А по одежке. Я вас издаля вижу. Форма на тебе рейнджерская. Значит, ты работаешь на Проуле. А это значит, что и я с тобой как-нибудь сработаю. Ладно. Вы все возвращаетесь. Самое время вернуться обратно в ствол, да, рейнджер? Мы в буквальном смысле по колено в дерьме. И вдруг после нескольких лет игнора к нам приплывает рейнджер. Именно сегодня. Ты о чем? Кто ты? Я Зэм Уилка. И я командую ополчением ствола, чтобы маршалу не нужно было этим заниматься. Слушай, если великие и ужасные рейнджеры не прочь немного замараться, я жаловаться не буду. У меня кризис на севере. Ферму Йоминов захватили бандиты, и это очень плохо. Они наш основной поставщик продовольствия. Своих людей я отправить не могу, они здесь держат оборону против мутантов. Так что, ты нам поможешь? Ну, раз ты так вежливо просишь. Тебя маршал прислал, что ли? Третий бедолага за неделю. Надеюсь, ты покрепче предыдущих. Так, еще одно задание. У меня пока другое задание сейчас. Спускаемся вниз. По старой канализации течет подземная речка. Мы присобачили на нее турбину и теперь наслаждаемся независимостью. Имея собственный источник энергии, мы можем больше не клянчить филтрит у жадных барыг. О нас заботится природа, матушка. Да ну, и как вам живется? Ну, бывает.
бывают трудности. Например, толпа мутов забьет турбину. Но в остальном все хорошо. Собственное электричество. А если случится какая-нибудь подстава, всегда найдутся наемники, чтобы решить вопрос. Значит, я для вас просто наемник? Нет, конечно. Вы рейнджеры из другого теста. Можно и зубы пообломать. Я просто спросил, маршал. Просто спросил. Опа, блин, зараза. Добраться до турбины канализации, да? Сейчас, наверное, здесь кто-то повылазит. Кто-то ходит там. Бегут еще кто-то. Слушай, маршал, да. Может, где-нибудь поблизости есть ковчег? Ну, есть, как-нибудь. Может, у тебя есть нужные нанотриты? А что, попробуй, скажи ему, Сезам. Пожалуйста, подойди ближе для досмотра. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 402А. Это дробовик Арктэ. Я видел такие только на старых голограммах. А если вот так попробуем, прям обоих там, а нет. Действие выполнено. Применяйте форсаж боевого дробовика против врагов в симуляторе. Круто, дробовик появился. Свинцовая метла для тесных коридоров? Везет. Сейчас таких не найдешь. И стрелять из него сможешь только ты. Он привязан к твоей нанотритовой сигнатуре. Круто. Хорошо.
еще и по стенкам карабкаются, охренеть. Кто еще бежит? Палки, нифига я, блин, шмальнул, прыгать начал там. Ага, вот, вот, а я потерялся. Круто прям. Прям попали как надо. Карабкается прям по стенам, прыгает. Это кто такой? Камикадзе, блин, какой-то. Охренеть. Убить так убить. Сам сказал. Сейчас здесь, наверное, какой-то крутой чувак здоровый, наверное, будет. Прям 100% уверен. В каком-то странном я месте.
Ну чё? Я у цели. Сзади что? Фух, я уже думал, раз все, сейчас они меня окружат. Давай по одному идем. А меня сейчас кто-то будет ждать, наверное, за дверью. Пешок прыгнул тут, попрыгнул. Нихера себе динамичный какой. Угадал, нет? Так, мне лучше здесь не подходить. Гребаные камикадзе. Как у меня патроны кончились? У дробаша патроны кончились.
Что-то заначку какую-то нашел. Барабаш пустой, так и пустой. Это плохо. Я добрался до турбины. Она и вправду забита какой-то мутантской слизью. Тебе удалось пройти мимо мутов и остаться в живых? Так, держать, рейнджер. Теперь найди и открой люк. Надо там все как следует промыть. Там кто-то стоит. Так, так, так. Что-то мне пока надо нажимать неохота. Я поищу, что есть какие-нибудь заначки. Заначек нет, придется нажимать. Ага, вот есть. Так, надо наверх, наверное, бежать, да? Все, кончились. Это у нас босс появился. Еще прибежали. Так, два рубильника, да? Тут, наверное, наверх надо идти. Эх, вот хоп. Еще один рубильник. Че это пырнуть-то меня сразу? Из люки. Очищается. Что теперь? Как грязь уйдет, закрой люк, когда турбина заработает. Барабаш, я приберегу пока. Опасные мутанты, рейнджер, но тебе они оказались нипочем. Рад стараться.
А теперь я хочу поскорее выбраться. Тут воняет хуже, чем в солдатском сортире. Выбраться будет нетрудно. Там есть старый грузовой лифт. На нем ты поднимешься в мой арсенал. Старый грузовой лифт. Ага. Все так просто, да? Все легко и просто. Это почти легенда. Все. Я доктор Квасир, Лузам Хагар и сержант Проули. Ты ведь знаешь сержанта Проули? Она меня вырастила и сделала из меня машину для убийства. Я так и предполагал. По тебе сразу видно. Видно, что тебя учил кто-то очень крутой. Кто-то из лучших. Ее больше нет. Погибла во время штурма. Жаль. Вот, значит, почему ты здесь. Вместо Проули. Я уничтожу правительство любой ценой. Хорошо, если так. Кстати, имя-то у тебя есть? Зови меня Уокер. Уокер так Уокер. Рейнджер Уокер, наконец-то. Это мой арсенал и заодно генеральный штаб. Здесь я могу начать запуск проекта «Кинжал». Электричество теперь есть, но мне нужна еще помощь по кое-каким проектам. Не сомневаюсь. Уокер, тебе от этого тоже будет польза. Пока я работаю над кинжалом, ты сможешь подкачать мышцу, подготовиться к грядущему катаклизму. Не знаю, может, ты не в курсе, но сценарий кинжала таков. Ты в одиночку въезжаешь в штаб правительства на самопальном танке и запихиваешь смертельный коктейль нанотритов в главного упыря, генерала Кросса. Звучит заманчиво. Начну готовиться. Начинай. Если понадобишься, я выйду на связь. О, мешок с патронами, круто. Ну, прикольно. Так. Модификацию мне пока не надо. Так, 15% вероятность провести в ближнем бою мощный удар, который наносит на 50% удара. Критический удар типа. Этот прокачиваем. Так, проекты все. Ага, это проекты чисто.
Так, это что? Изучим. Критический удар. О, прикольно, что куда это. Все. Лишним точно не будет. Все круто. Ну, книга. Все-все-все можно забирать, все, что унесу. Компьютер с колонками не могу унести. Вот он, мой вклад в проект «Кинжал». Это скрэмблер. Он позволит проскочить под носом у правительства. Правда, еще не совсем доработан. Понятно, ладно. Всякие приколюшки прокачал. Рейнджер, спасибо за поддержку. Я ж не брала. Так. Вот это вот местечко надо будет туда съездить. И мне жить как... Подойди поближе. Дай заглянуть между век. Прямо в самые глубины сердца. Я знаю, что ты ищешь. Знания и сведения, главы и рифмы. Самую грязь. Чат Монро все делает надежно. Но дорого. Да, мне нужны сведения. Давай купим. Круто. Да, ты еще придешь. Вот здесь, да? Понял. Насытился пытливый. Я работаю только на Марше.
узнаю для него все подноготное. Что творится тут? В стволе, в пустошах, в источнике, везде. Даже в Винланде. Марш меня вроде как подобрал. Без него я бы так загнулась бы в канаве. Я была малолеткой и уже крепко пила. А если не было выпивки, делала для всех все, что попросит. Он меня вытащил из дерьма. Дал что жрать и где спать. Понятно. Все, уходим. Одичка. Здесь нет никого. Раньше я был в банде повелителей гор. У нас был такой большой боевой дом. Типа крепость. А там чего только не нашлось бы. Такое добро припрятано. Столько снаряги, пушек и всякого. Но потом повелители гор объединились с хмырями и ушли. Меня там бросили. Друг, бежал без оглядки, проклятый. Все там побросал. И оставил всю крутую снарягу. И убойные пушки. Наверное, они все еще лежат там. Ты мне хочешь это дать задание? Вперед, какой-нибудь мутантобой. Просто лежат, говоришь? Выпей еще за мой счет, приятель. А, спасибо. Вот ты настоящий друг. Информацию добыл. Эй, давай немного поболтаем, прежде чем ты тут... О, новое лицо. Это холостой выстрел. Лучший бар в стволе. Большая толпа, шумная толпа. Я по поручению маршала держу эту толпу под контролем. Меня зовут Сол. Сол ТВ. Не волнуйся, от меня проблем не будет. Вот и хорошо. Ты, похоже, любишь движуху. На севере есть арена «Убей мутанта». Загляни туда. Великолепное шоу! Еще задание набрал. Смотри, Бетси, отребье с пушками. Приветствую. Я Рори Триумф. Знаменитый торговый барон. Прибыл сюда из самого источника, чтобы нанять бойцов для смелого рейда против отряда хмырей. Стоп. Ты же не хмырь, правда? Я не из отряда хмырей, это уж точно. Тебе хмыри нравятся? Ну, конечно, нет. Они настоящая чума. Недавно они посмели захватить Каскатрас. Мой газоперерабатывающий завод в Южных холмах. И теперь производит там нитро для своей боевой техники. А это моя собственность. Я знаю, атаковать их там это самоубийство. Но если ты их проучишь, я хорошо тебе заплачу. Никто не смеет грабить Рори Триумфа. Что скажешь? Обычных мэрей я убиваю бесплатно. Это похвально. Но бизнес на этом не сделаешь. Еще задание получил. Отличненько. Ты не... Привет. Рейнджер, у нас снова есть электричество. Ты молодчина. Пожалуй, я здесь и сохранюсь.